Всемирный день без табака отметили во Владикавказе. Акция против курения прошла в одном из торговых центров, куда специалисты привезли специальное оборудование, тематические стенды и лекционные материалы. Каждый желающий мог пройти диагностику и необходимое обследование, проверить давление, работу сердца, легких и многое другое. В конце обследования посетителям давали рекомендации, как отказаться от курения и табака, и рассказали о том, как восстановить здоровье после отказа от вредной привычки или если отказаться все же не получается. Тем, кто все никак не решится выкинуть сигареты, организаторы придумали забавную акцию – обменять одну сигарету на конфету или целую пачку на яблоко. Ежегодно проводим мы эту акцию 31 мая. Здесь мы хотим осведомить людей о факторах риска. Также пациенты наши могут пройти обследование на аппаратном комплексе «Армис», где могут определить факторы риска, то есть со стороны сердечно-сосудистой системы, нервной системы и так далее.